Профессия врача – одна из самых старейших в мире. И в настоящее время остается очень востребована. День медицинского работника традиционно отмечается в нашей стране как праздник тех, кто посвятил себя благородному делу – сохранению жизни и здоровья людей. На церемонии чествования славянских медработников побывала и наша съемочная группа. 14 медицинских работников нашего района были приглашены на торжественный прием главы района в преддверии профессионального праздника работников здравоохранения. Все они, без сомнения, достойные представители своей профессии. У каждого за плечами не один год практики и опыта. В адрес собравшихся звучали самые добрые, искренние слова и пожелания. В преддверии вашего большого праздника, Дня медика, мы хотим вас поздравить со своими коллегами. Пожелать вам, прежде всего, конечно же, здоровья, потому что все мы люди, все мы должны быть живы, здоровы, правильно? Благополучия, радости, хорошего настроения. Посвятить всю жизнь людям. С этой особой миссией живет каждый медицинский работник. На торжественном приеме отметили вехи профессионального пути и заслуги каждого приглашенного медработника. В медицину приходят по призванию. Ведь для того, чтобы помогать людям, мало обладать глубокими знаниями и отработанными навыками. Необходима душевная щедрость, чуткость и благородство. Ольга Файто 15 лет работает в отрасли здравоохранения. Врачом-педиатром в детской поликлинике. И с гордостью говорит о том, что свою жизнь она посвятила одной из самых гуманных профессий. Я вообще детей люблю, а профессия, об этой профессии я мечтала с детства, просто потому что в детстве очень много болела, и у меня было все связано с медициной. Мне всегда везло на хороших врачей, и поэтому вот мне всегда хотелось оказывать помощь. Всю жизнь играла во врача, пока не поступила. Ну и как бы так и пошло. Ну, и до сих пор это вот во мне как бы вот такое вот, потому что это самая благородная профессия, я считаю, спасать людей. Такие светлые люди, врачи с большой буквы, работают в славянском здравоохранении, где по-прежнему в приоритете профессиональное мастерство и любовь к людям. А завершился торжественный прием вручением благодарственных писем, цветов и памятных подарков, которые будут напоминать о приятном моменте в их жизни. Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов, программа «События».